О том, что в спортивный зал, где проходят занятия по реабилитации лиц с ограниченными возможностями, требуется специфический тренажерный комплекс, Дмитрий Голубков узнал во время одного из летних визитов в поселение. Решение помочь пришло сразу. Средства на покупку были выделены из специального депутатского фонда. И вот тренажер Бубновского уже занимает свое место в отремонтированном зале. Так получилось, что приезд депутата совпал с днем рождения председателя местного общества инвалидов Галины Кононенко. Я очень рада приобретению этих тренажеров, потому что о них мечтали люди, которые ходят к нам заниматься. Но у них заболевания суставов в основном. И они проходят реабилитацию в разных медицинских центрах. И поэтому они уже знают, для чего это надо и как это поддерживает. В основном усиление мышечного корсета мышцы развивает, которые поддерживают суставы. Всего в поселении проживает более 700 человек с проблемами здоровья. Около 100 из них нуждаются в реабилитации именно опорно-двигательной системы. Они в первую очередь и оценят новые возможности тренажеров. Очень хорошо, что вот такие, ну, скажем так, сравнительно небольшие спортивные центры появляются в нашем районе, появляются в области. И очень хорошо, что люди в шаговой доступности могут, ну, мы понимаем, что речь идет о людях с ограниченными возможностями. И шаговая доступность – это очень важно. Ремонт помещения, где расположен этот не совсем обычный спортивный зал, провела местная администрация. В Успенском всегда бережно относились к своим землякам с ограниченными возможностями здоровья. Для того, чтобы люди сюда пришли, здесь должно быть комфортно. Как правило, такая категория людей, они же ведь дома находятся. Многие даже стесняются, многие боятся поделиться своей проблемой. Но вот здесь вот настолько приятная аура, что люди сюда идут с удовольствием. И мы создаем все условия, чтобы это так и было дальше. И, конечно, большое спасибо Галине Дмитриевне, которая вот всей душой занимается этой работой. Единственное, что осталось сделать – пригласить в Успенское методиста, который будет консультировать занимающихся и учить их правильно пользоваться новым тренажером. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».